Здравствуйте, товарищи! Товарищи офицеры и матросы, сегодня ракетному крейсеру «Петр Великий» вручается орден Нахимова. Эта боевая награда была учреждена в годы Великой Отечественной войны в знак уважения к славе, к мужеству и подвигам моряков, которые внесли огромный вклад в победу над врагом. В наши дни орден Нахимова вновь обрел высокий статус государственной награды. Вижу в этом еще один символ возрождения и укрепления исторической преемственности, преемственности ратных традиций армии и флота. Петр Великий – корабль, которому практически нет равных в мире, и крейсер, и его экипаж по праву заслужили этот орден. Крейсер не раз отличался в дальних морских походах, нес боевое дежурство, демонстрировал российский флаг в ключевых стратегических районах Мирового океана. Экипаж отлично выполнял поставленные задачи, проявляя безупречный профессионализм, выучку и мужество. Мужество, доблесть, честь всегда были присущи нашим морякам. Так было и при Петре Великом, когда рождался российский флот, и во времена адмирала Нахимова, легендарного флотоводца и героя обороны Севастополя. Так было в годы Первой мировой и Великой Отечественной войн. Сегодня военные моряки и здесь, на Северном флоте, и на других флотах достойно несут свою вахту. Вносят большой вклад в укрепление безопасности, повышение обороноспособности нашей Родины. Хочу вновь подчеркнуть, развитие мощного, эффективного военно-морского флота – один из важнейших приоритетов России. Будем последовательно развивать подводные и надводные группировки, укреплять силы общего назначения и морскую составляющую стратегических ядерных сил. В предстоящие годы состав флота должны пополнить более 100 новых надводных и подводных кораблей различных классов. И эту масштабную программу мы обязательно выполним. Сейчас на российских заводах закладываются и строятся новые корабли. В конструкторских центрах разрабатывается новая морская техника. Так сегодня в боевой состав ВМФ войдет новый атомный подводный ракетоносец Юрий Долгорукий. И темпы обновления и развития флота мы будем только наращивать. Уважаемые товарищи, уверен, вы и впредь будете честно служить флоту, стране, народу России. Благодарю экипаж крейсера «Петр Великий» за добросовестный ратный труд. Желаю вам здоровья крепкого, новых успехов на благо России. Поздравляю вас с вручением крейсеру «Петр Великий» ордена Нахимова. Указом президента Российской Федерации за мужество, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные личным составом корабля при выполнении боевых заданий командования в районах Северной Атлантики, Арктики и успешной антипиратской деятельности в Аденском заливе Аравийского моря, тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» Северного флота награжден орденом Нахимова.
Орденский военно-морской флаг поднять!